Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство ZT-Axon 20. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение «Телефон» и далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу, выбираем «Настройки». Здесь мы выбираем «Заблокированные номера» и нажимаем «Добавить номер». И теперь вписываем какой-то номер телефона, который хотим заблокировать. Нажимаем «Заблокировать». И таким образом мы можем заблокировать абсолютно любой номер. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.